И о хорошем. Ростуризм дал неделю на туры в Дагестане с кэшбэком. Пресс-служба правительства России сообщает, что компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение 5 дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, выплата осуществляется в размере 5000 рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимость одной туристической услуги, но не более 15 тысяч рублей на одну банковскую карту национального платежного инструмента за период оплаты. Ранее «Новое дело» рассказывало, что правительство отдало платежной системе МИР 15 миллиардов рублей для стимулирования туристических поездок по стране и оплату через эту российскую систему. Позже руководитель Ростуризма подтвердила, что в программе будут участвовать все регионы страны, в том числе и Дагестан. Однако один тур должен стоить не менее 25 тысяч рублей. Ростуризм сообщает, что программа стартует в пятницу 21 августа в 0 часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа.